Всем привет, с вами StevPro, и сегодня покажу Майнкрафт Мастера для Майнкрафта Pocket Edition. Да, после того, как кидаем программы, в нашем мире появляется такая кнопочка в виде кирки. Если мы на нее нажмем, у нас открывается специальное меню, в котором мы можем настроить наш Майнкрафт. К примеру, мы можем дать себе очень большой опыт. Можем выключить или включить оффлай, можем включить или выключить спринт. То есть, если выключить спринт, вы будете бегать в 2 раза быстрее. Да, это довольно читерский режим. Вот. Дальше мы можем перейти в режим креатива выживания. Можем сделать день или ночь. Давайте сейчас сделаю ночь. И, кстати, откуда у меня идет свет? Так, это очень странно и загадочно. Вроде блоков светящихся нет, но все же это происходит. Ладно, давайте это пропустим. Пропустим. Заходим обратно в кирку, да, так сказать. Здесь мы можем сделать дождик или выключить дождик. Так, кто меня бьет? Ах ты маленький черт. Смотрите, я прямо остался жить, а не нескольких жизней. И, кстати, этот мод показывает ХП у мобов. Здесь мы, я не знаю, что делать. Здесь мы можем включить себе мини-карту, да, как видите, в этот мастер Майнкрафта включены уже несколько модов, с помощью которых вы можете включать карту или какие-то еще другие моды. Также, как я сказал, вы можете выключить ХП мобов и выключить карту. Здесь вы можете дать себе зачарование меча или кирки. И это самое главное меню, где вы можете давать себе любые блоки, вещи, предметы. Но, к сожалению, здесь также есть баги, в том числе и с текстурами этих предметов. Здесь вы можете спавнить любого моба. Ну и здесь вы можете создать телепорт, и здесь вы можете создать свой скриншот, которым вы можете поделиться. Ну что ж, довольно прикольный мод, точнее программка, так что скачивайте ее и оценивайте, что я еще могу сказать о ней. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.